Всем приветики, 25 ноября, утро начинается не с кофе, утро начинается с пенталгина, снова болит голова по просыпанию. На той неделе болела очень сильно, блин, вообще ни таблетки, ничего не помогало, прошла сама часам к 11 утра. Сегодня опять встала, опять болит голова, но не так сильно, как в тот раз. Вчера выпекала хлебушек, я показывала, Коля поехал на рыбалку. Половинку хлебушка он отполовинил. На вид, гляньте, какой вкусный, аппетитный. На вид вкусный. Сейчас отрежу родителям еще половинку от половинки. И попробую, возьму на работу с обеда. На обед, господи, вот видите, голова болит вообще. Даже два слова связать нормально не могу. Вот, возьму с собой, отрежу. И на обед с борщиком. Нет, у меня супчик, супчиком попробую. Слушайте, прошло время, голове полегче, таблетка в этот раз подействовала, и почему не болит голова у дятла, вернее? А представляете, если правда у дятла бы болела голова, у него такие приступы мигрени были, он бы умер от голода, потому что как бы он мог себе добывать еду, он же стучит головой, ну, клювом об дерево, это кошмар какой-то. Такие мысли мне лезут в голову. Бедный дятел, мне его жалко. На всякий случай жалко. Может быть, у дятлов и не болит голова. И это хорошо. Привет! Привет! Ты там в чужую машину не пыталась сесть? Я нет. А, который крутился на нашей... Ну, одновременно я подошла. А, и он, да? Смотри, сегодня снегопад. Ага. Вчера снегопад был весь день. Анька такая вышла на улицу, заходит. Лена, там перхоть с неба сыпется. Она мелкая же такое, ну, судя, хоть снежинки такие. А вчера, правда, мелкая, как перхоть. Оля, хочу тебя порадовать. Бреста сегодня не будет. А в чем радость? Радость? Ни в чем. Это радость, это сарказм. Он будет завтра. А вот я это и хотела сказать. Ага, и причем будет завтра, непонятно во сколько, потому что основная машина же будет, как обычно, в 7 утра, да? Uh-huh. А потом люди же будут. Мы же не можем с Брест. А Брест будет уже где-то часов 9-10. То есть, как бы, мы уже начнем отпускать людей. Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. А почему они такое? На сутки задержалась что-то машина у них. Я уже думаю, на моих весах принимать, ну, блин, совсем неудобно. Завтра посмотрим, ну, неизвестно, что. Или же Афанасьевича, типа, может быть, придется отпустить людей, а потом, ну, перевешивать Брест. Сегодня встала утром, опять башка болит. Ну, таблетку выпила, помогло. Я с этой башкой всю неделю рвало. Всю, ну, я знаю, что у тебя, жопа, да. А вот сейчас чуть потеплело, а я еще думаю, что башка прошла, а сейчас что-то вроде тепло. Ну, сказали, что к концу недели, вот это вот все, у кого метеозависимые, у кого к концу недели должно полегчать. Но сегодня уже суббота. Но мне, значит, таблетка быстро помогла. В тот раз вообще никак, вообще ни о чем. Нет. А сейчас вот, ну, в течение... А я на работе-то помогла, а вечером пришла опять, так болела, ну, вообще не передать. У меня такой реакции на мороз, но вот первый раз, чтобы так, да, до рвоты. Ну, сильно, вот писали, что сильные какие-то вот эти бури, прям кошмар, невероятно, что люди. Или, а кто-то это вот в возрасте, у кого проблемы, вот вообще. Мне Коля на рыбалку ехал. Сейчас его снегом там заметет. По крайней мере, хоть не холодно. Но да, он сегодня вернется. Что-то сейчас день короткий, пока все доедут, на Иматру поехали. Расцветет. Мандраин. Ну, далеко, да. Где же она, черноглазая, где? Вымандри. Блин, уже все, присоедет. Шиза косит до среды. Ну, поезжай уже, Реноха. Давай, гоу. Гляньте, какая красота. Посадила свинкам травку на работе. Дома особо места нет. И вот такая она выросла. Сейчас я обрежу, предложу дома и кошечкам. Лиска не ела в том году, муж, матька будет есть. И, конечно же, свиночкам. И Фильке можно нарезать и посыпать на его еду. Филька, кстати, не любит тоже пророщенный овес. Но когда еду ему посыпаю овсом, то он автоматически съедает свою еду и овес. После работы высадила я Олю и зашла забрать свои сапоги с ремонта. И там недалеко был фикс-прайс. Оля пошла гулять по соседним магазинам, я решила зайти в фикс-прайс. В итоге потом мы с Олей встретимся.
Ну что, этот фикс-прайс самый нелюбимый из моих фикс-прайсов. Ничего там толкового нету. Ассортимент очень маленький. Меня спрашивали про мишуру, из которой я делала снежинки. Вот она, мишура, стоит 59 рублей, 30 сантиметров, 60 штучек там в одной упаковке. Расцветок много. Фикс-прайсе есть каждый год на Новый год. Все то же, что было. Вот я показываю, даже не хочу ничего озвучивать. Вот, можете глянуть глазом. Ничего, абсолютно пустой магазин. Все, что было хорошенького, хорошего, разобрали. Висит всякая чепухня, и почему-то нет, ну, никаких пополнений. Очень странно. Другие фикс-прайсы прям так все хорошо. Все на полочках аккуратненько. Ценники висят. Тут где есть ценники, где нету ценников. Короче, какая-то ерундистика. Немножко там походила и пошла, думаю, позаглядываю по другим отделам. Ну, такие детские гель для души, детский шампунь 79 рублей. Красивая упаковочка. Не знаю, никогда составы не читаю. Там кто-то разбирается в составах. Но если буду покупать, то, может быть, что-то заморочусь. Вот такие вот перхотинет 68 рублей. Гель для волос перхотинет. Не знаю, тоже хорошая, нехорошая. Может, кто-то пробовал, напишите. Ну, в принципе, у меня и нет перхоти. Это для тех, кому это надо. Тут я пытаюсь обойти одну даму. Прям встала посреди дороги. А там мне не протиснуться. Дама такая пышная. Лена протиснулась. Так, что там дальше? Я глазею. Гель-бальзам для посуды 99 рублей. 1,5 литра практически. Фэрия вот стоит, да, 349. И рядом 1 литр за 99 рублей. Фэри литр 35, это литр за 99. То есть, как бы, ну, не знаю, не настолько фэри лучше, чтобы прям делать на него акцент. Можно купить и, наверное, подешевле. Я сейчас пользуюсь средством подешевле и ничего такого плохого про него не хочу сказать. Органайзер кухонный 249 рублей. Ну, не знаю, мне кажется, это дорого. Обычная пластмассовая штучка. Вон женщины-пенсионерки выбрались, хохочут. Вы же взяли штуку, которая, ну, корзиночка такая из войлока, и хохочут, что с него можно сделать валенки. Почувствую себя художником. Картина по номерам стоит 199 рублей. Я такими не занималась, но я знаю, что некоторые рисуют, нравится. Но на все вообще времени не хватит, если за все будешь хвататься, надо что-то одно. Плед 349 рублей, 2 метра на 1,50 м. Ну, они флисовые, наверное, такие мягенькие пледики. Кстати, с дракончиками я только увидела, когда монтирую видео. В принципе, нечестные пледики, не знаю, как по цене. Кстати, я ушла оттуда с пустой корзиной, я ничего не взяла. Просто походила, просто посмотрела и ничего не купила, потому что, ну, как бы вообще ни на что глаз не упал. Шапочки, опять же, все без ценников, носочки без ценников. Это вот зависит, вот прикольные варежки. Тоже не знаю, почем заглядывала, и ценника детские не нашла. Все зависит от руководства и от персонала. В других магазинах прям четенько, даже кассиры, я смотрю, вот кассир сидит, никого нет, она подскочила, пошла там поправила, сям поправила. А тут как хотите, что хотите, сами разберетесь, что к чему. Хотела взять вот эти вот с черничным джемом слоечки, посмотрела поближе, там тесто вообще как-то не похоже на слоеное. Что-то 59 рублей стоит, да, 59 рублей. Потом зашла в последний уже практически отдел. Немножко тут новогодней тематики с дракошками. Всякие прихваточки. Мочалочка 79 рублей. Вот. Ну, а потом я поворачиваюсь. И там у нас идет Ольчик. Слушай, Оль, вообще, даже вот видишь, я с пустой корзиной хожу. А я с перекрестка пустой. Но вообще зашла. А не перекрестки, а с пятерочки. Ничего да. Нету, да? Нет, ничего. Я уже все обошла вокруг и всюду. Спиц здесь нет у них для вязания ничего. Тут если спицы есть, они в наборе. Нет, у нее есть просто.
А я бегала, эти нитки долго не искала. Танька купила нитки и моток принесла. Вяжи мне шарф. А, все равно и... она тебя хочет? Да. Уже я вот столько связала. Начала вязать, а мне ж этого мало, то 60 грамм, по-моему, 90 минут, 60 грамм. Да. А ты из таких нет, так? Вот она, они плотные, мама, он тяжелый. Да кусок. Ты что? Я говорю, как ты повесишься, блин? Я побежала в жемчуг, видела там две штуки, купила одну, думала, хватит. И хера, видно, не хватит. В жемчуге я опять побежала, нету. Вчера на морской нашла последний моток, они здесь рядом под боком. Дурацкие, дурацкие вообще. Я не пойму, это для чего. Стою, кручу. Тряпка для уборки в виде дракона. Дракошка. Ну да, и вытирать. Да, наверное, всех фикс-прайсов самый дурацкий фикс-прайс. А это что, набор поставок по чашку 49 рублей. Вот если стол накрывать, гостей приглашать, тогда да. И будет валяться. 4 штуки 50 рублей. Я еще за углом не была, сейчас посуду посмотрю и пойду дальше. Сапоги забрала я, Оля. Я гулять тебя не иду. Угу. Короче, как-то так. Я тяжелая, все такое неподъемное. Чашка 59. Мельница для специй 299. Масик, ты такого не пробовала. Ты будешь травку кушать? А, Масюнь? Ты будешь овес есть? Скажи, тебе не корова. Не корова, овес я есть не буду. Или буду? Давай, давай. Вот молодец, грызи. Грызи, умничка. На, еще грызи. Лисуня, ты будешь грызти? Смотри, как Мася жует, и ты пожуй. Мась, давай, 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 давай. И Лиса пожует. Вот. Лисунь, давай жуй. Смотри, Мася ест. Тебе с рук надо. И тебе с рук надо. Масюся. Нет, давай вот это ешь. Это дефицит. Будете мне тут переводить. Зеленку. Зеленуху будете переводить. Ну. Ну. Нет, все, убираю. Смотрят на руки и не хотят есть то, что у них лежит. Оставила хлебушек, кстати, тот, который... Ну что, мяу? Тот, который выпекала из хлебной заготовки. Очень получился вкусный. Это обычный хлеб. Обычный, не ржаной, как с высшего сорта муки. Вот. Для Оли с работы. Она меня уже давно просит. Лена, спеки хлебушка, я у тебя его куплю. Я говорю, Оля, блин, зачем ты будешь покупать? Там что, мука, вода? Нет, я у тебя куплю, спеки мне хлеб. Ну, конечно, я не собираюсь его продавать. Вот, я ее угощу, спеку ей буханочку. Завтра отнесу на работу. Пусть забирают домой, пускай грызут хлебушек вкусный, да? Поставила буханку на 500 грамм и на 3 часа пускай готовится. Коля сразу кошек гладить. Соскучился за кошками? Почему? А что без рыбы? Кошки тебя с рыбой ждали. С Мурыгин сутки просидел, ни одного не поймал. Две штуки поймали, волокуша и вся херня термос у Дмитрича в гараже. Заносить, перебирать, там все вместе. С ну завтра. Короче, зря просидели, да? Замерзли, нет? Нет, там ноль было. Сюда приехали. А что у тебя на носу красная тут? О, в крови весь! Боже мой! Ладно. А что ты весь, а как? Об это, об бур, об нож. Ой, боже, Коля, ну ты, блин, не одну ту щуку его погрызет, то сильно поранил? Дырка Игорь большая? Порезал. Игорь туда и обратно. Ну вы даете, мужики. Мася, как так можно, скажи? Вот так и можно. Он с горки держал волокушу, а я в горку помогал. А он бур, чехол слетел, да ну? Ну, сейчас помоюсь и обработаю. Ой. Кошмар, одни приключения. Лучше бы ты дома сидел. Кто знает, куда ехать, ничего не поймать, просидеть целый день. Ну, единственное, плюс просидели на свежем воздухе, подышали кислородом. Все. Гляньте, что с соленым хлебом буханка поперла, подлезла под самый верх и уперлась в крышку. А если бы здесь было тесто на 700-граммовую буханку, она бы что сделала? Крышку мне подняла. Это еще 45 минут выпекаться, а уже вот так вот.
Интересно, какая буханка-то получится. Хлеб готов, поднялся хорошо. Единственное, крыша не до конца запеклась, потому что, ну, она-то все готовое, не сырое, потому что эта штука уперлась сюда, и не было возможности появиться вот такой вот корочки. Но все равно, гляньте, как поднялся. Короче, на 700 грамм по-любому бы у меня все вылезло, да? Ну все, хлебушек достала, села помонтировать. Хочу пораньше лечь спать, но не знаю, как сегодня получится или нет, что-то сегодня не выспатая. Ладненько, всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.